Да, бэушный холодильник, он может быть лучше. Основные плюсы холодильника с капельной системой? Для того, чтобы продлить жизнь холодильнику, в первую очередь... Это вот самые оптимальные варианты. Да, хочешь экономить электроэнергию, плати больше. Просто если 15 сантиметров, да, там... Не-не, 15. Всех приветствую, меня зовут Тимур, я мастер по ремонту холодильного оборудования, занимаюсь ремонтом около 6 лет. Всем привет, меня зовут Дмитрий, занимаюсь ремонтом холодильного оборудования около 8 лет. Сегодня мы ответим на самые часто задаваемые вопросы по поводу холодильников. Вопросов набралось очень много, и мы с большим удовольствием ответим на них. Процесс охлаждения происходит следующим путем. За счет циркуляции газа, а именно фреона. Что происходит в системе? Компрессор нагнетает фреон, который попадает в капиллярку. Там уменьшается давление. По капиллярке фреон доставляется в испаритель. Там он начинает закипать. Соответственно, закипающий фреон, он забирает все тепло. И, собственно говоря, так и происходит выработка холода. Вот. Вот, потом по обратной трубке до газообразного состояния все идет в компрессор, всасывается, и все по нарастающей и так далее. Ну, то есть по кругу, то есть все это циркулирует. Ну, там на самом деле, наверное, сказать то, что превращается в жидкое состояние, потом в газообразное. Ну да, там еще меняется агрегатное состояние, то есть он из газового состояния переходит в жидкое состояние, и именно в жидком состоянии он начинает закипать, и во время закипания он поглощает теплый воздух, ну то есть процесс охлаждения происходит. Вот. И все это циркулирует в однотонном режиме, можно так сказать. Холодильники у нас делятся на два типа. Это система No Frost и капельная система. Вот. И давайте мы разберем как и плюсы, так и минусы. Основные плюсы холодильника с капельной системой заключаются в том, что когда холодильник охлаждает продукты, продукты не сохнут в холодильной камере. За счет того, что нет циркуляции воздуха никакой. За счет повышенной влажности в холодильной камере, соответственно, продукты не сушатся, а увлажняются. Один большой минус, скорее всего, то, что он слишком долго набирает холод. То есть после первого пуска ему надо как минимум сутки отработать, чтобы полностью выйти в рабочий режим по сравнению с системами No Frost. Да, этот процесс более энергозатратный, опять же, если сравнивать с системой No Frost. Самый большой, наверное, минус капельной системы – это то, что холодильник приходится размораживать хотя бы раз в год, то есть отключая его из сети, вытаскивая все продукты, полностью его сушить и заново его включать. Ну, основные плюсы и минусы системы No Frost по сравнению с капельной плачущей системой, так называемой. Можно так обозначить – быстрое охлаждение продуктов, ну и, в принципе, внутреннего содержания холодильника. Что у нас по минусам? Наверное, сложность в системе. Ну, то есть в систему No Frost добавляются таймер оттайки, датчики, дефростеры. Это уже не просто примитивная система, а система, которая отвечает за оттайку наледи, которая образуется на испарителе. То есть у них есть определенный цикл, при котором нагревается ТЭН, и все испаряется. Ну, то есть по сравнению с капельной системой у нас есть самооттайка. Сама тайка, да, это можно загрузить как в плюсы по сравнению, ну, если мы, допустим, сравниваем две системы, это можно закрепить как в плюсы, то, что сама тайка, то есть это не тот холодильник, саморазморозка, да. Сама тайка, да, это не тот холодильник, который нужно там через 2-3 месяца размораживать. Из минусов по No Frost, ну, то, что сохнут продукты, потому что это все-таки... За счет циркуляции воздуха. За счет циркуляции воздуха, да, там не так влажно, и поэтому у продуктов существует свойство высыхать. Ну и, соответственно, рекомендация – это хранить в каких-нибудь контейнерах. Давайте рассмотрим выбор холодильника для бытового использования. Допустим, очень часто покупают холодильники в студию. И самый первый фактор, который в голову приходит – это шумность холодильника. Основной шум исходит из компрессора. Вот. И, как правило, нужно брать с наименьшим количеством децибела. У него на шильде или на наклейке написано то, что там от скольки-то до скольки-то децибел.
Вот. Ну, вроде как рекомендуют 38 дБ до 42, это считается тихий компрессор. Все, что выше, это уже, ну, более громкий. И, опять же, возвращаясь к вопросу, что в студию, допустим, брать холодильник с завышенными децибелами, ну, как минимум, наверное, неудобно. Ну, неудобно, есть? Но, скорее всего, в студии еще не очень подойдет холодильник системы No Frost, так как за счет работы вентилятора тоже повышается шум холодильника. Ну да, основной фактор, наверное, в шумности холодильника. Вот. А там уже покупатели действуют по предпочтениям, то есть по габаритам, размерам там, и функциям. При выборе холодильника тут нет золотой середины, тут все-таки про индивидуальные предпочтения, потому что функцию холодильник выполняет свою одинаково, то есть, ну, если это, допустим, система No Frost, то он как No Frost работает. Функция выполняется одинаково, и в основном это как интерьер берут. Ну, то есть, если рассматривать его, допустим, как интерьер. Если семья большая, то, естественно, рассматривают больше холодильник. То есть, это более такой субъективный вопрос. У меня все просто. Я давно уже определился с этим. То есть, исходя из своего опыта, того, какие холодильники привозят в ремку, меньше всего попадается Samsung. Отсюда я вывод сделал такой, то, что для меня Samsung — это надежный холодильник. Вот. Опять же, очень много примеров, когда знакомые знакомых, друзья друзей покупали холодильники в марке Samsung и пока ничего. То есть в моих услугах они абсолютно не нуждаются. Ну, в моем случае, скорее всего, будет разделение небольшое на классы холодильников. Если взять, предположим, средний ценовой сегмент, это, скорее всего, да, Samsung, LG и Bosch. Это вот самые оптимальные варианты. Ну, естественно, LG, не считая те, которые на инверторных компрессорах. Так как вроде как на них дают гарантию 10-12 лет, но они служат не больше 4-5. Это все-таки средний ценовой сегмент. А из более экономных вариантов, скорее всего, это Indesit, Hotpoint, Ariston. Прям здесь уже цена-качество. То есть они и недорогие, и в крайнем случае в ремонте они... Ну, а смотри, из этих трех ты бы какую выбрал? Простые. Вот на первое место бы поставил. Bosch, ты сказал, Samsung, LG. Ну, я думаю, что все-таки Samsung. Samsung? Да. Ну, значит, получается, не будет войны, будет мир, дружба, жвачка. Ну, потому что, нет, если взять, допустим, LG и убрать из него инверторный компрессор, да, я скажу, что LG. Но они же сейчас все, ну, большинство с инверторами выходят. Mm-hmm. Поэтому только из-за этого небольшой минус я в них вижу. Ну, все-таки у нас более... мы как единомышленники сейчас рассуждаем и пришли к выводу, что, ну... На наш субъективный взгляд, ничего не навязываем, не привязываем. Это Samsung. В холодильниках эконом-варианта вы, скорее всего, встретите холодильники с капельной системой. О минусах мы уже капельной системы рассказали. Обозначим так. Капельная система охлаждения, она по бюджету ниже, чем некапельная. Вот. И в любом случае оно до 30 тысяч будет стоить. Возможно, будет какая-то оболочка красивая, вот, и, возможно, какое-то дизайнерское решение будет. Именно это только добавит стоимость. А за счет того, что система капельная, это ее удешевляет. Да, средняя ценовая категория, это уже идет от 30 и до 60 тысяч. Ну, в нее уже входят более современные холодильники, более нормальные модели. Это Samsung, LG. Также туда входят Hotpoint, Ariston, Indesit, но уже системой No Frost. Ну и плюс к этим холодильникам добавляется функционал. Это, возможен дисплей какой-то с функцией там, передачи информации, с каким-нибудь интерфейсом, с дополнительными функциями, что-то типа отдыха, режима отпуска. Опять же, если мы говорим про ценовую категорию, вот чем больше туда нашпиговано, холодильник, тем дороже он стоит. Вот. Ну и опять же не забываем про дизайн, про самого холодильника. Ну, самая высокая ценовая категория, это уже идет от 60 тысяч и там может вплоть до 500 тысяч доходить. Ну, естественно, это уже холодильники премиум-класса, которые
сделаны из более качественных материалов, из качественного пластика, который не впитывает в себя запахи продуктов. Также внешняя оболочка, скорее всего, он будет из нержавеющей стали. Ну и плюс бренд. Бренд, который заявил о себе на рынке давно, какой-нибудь, я не знаю. Ну, премиум-класс — это Милли, Липхер. Милли, да, Липхер. В основном это немцы. Основные виды компрессоров, используемых в холодильном оборудовании, это обычный компрессор, который работает при напряжении 220 вольт и 50 Гц, и инверторный компрессор, который работает от 0 до 220 вольт и при определенной частоте. Плюсом обычного компрессора является его дешевизна. Ну и простота, наверное. Да, то есть нет простота. Дополнительных блоков. Основные плюсы инверторных компрессоров — это в том, что, во-первых, на них дают гарантию, как видно на многих современных холодильниках, это около 10 лет. Самый основной плюс — это энергосбережение в пользу инверторного компрессора, в отличие от обычного. Основное электропотребление идет именно в момент запуска компрессора. Что происходит конкретно в обычном компрессоре? В инверторном компрессоре просто замедляется частота, уменьшается частота, и он работает без остановки, просто с минимальными, да, замедлением, с минимальными вращениями. То есть ему не нужен этот толчок, который потребляет очень много тока для того, чтобы запуститься. Так как инвертор постоянно крутится, ему для этого не нужно. И исходя из этого, мы приходим к тому, что энергопотребление — это основной фактор для инверторного компрессора, то есть экономия электроэнергии. Какие минусы? Да. Ну, это дополнительное оборудование, то есть к инверторному двигателю идет инверторный блок, который также нуждается в ремонте в случае поломки, что, в принципе, усложняет ремонт. Цена за инверторный компрессор. Ну, цена, да. Прям... да. Хочешь экономить электроэнергию — плати больше. В разы больше. Скорее всего, это и есть два основных фактора. Для того, чтобы продлить жизнь холодильнику, в первую очередь нужно следить за, не знаю, наверное, за дренажным отверстием. Проще говоря, если капельная система охлаждения, то в капельной системе охлаждения есть дренажное отверстие, которое нужно иногда прочищать. Или просто брать, не знаю, 0,2 литра кипятка и вычищать это дренажное отверстие с помощью кипятка. Как обращаются к нам клиенты? С какими вопросами? Это, как правило, у меня не холодит, но при этом я вывернул терморегулятор на полную. Чем это чревато? Если компрессор не отключается постоянно, допустим, в течение 2-3-4 дней, у него идет износ, он начинает перегреваться, и, соответственно, сам компрессор, он в скором времени просто сгорит. Он не то чтобы сгорит, чтобы не пугать, это мы так называем между собой, сгорит. Ну, то есть обмотка там может поплавиться. Вот. И, в принципе, выйти из строя сам компрессор может. Поэтому, если не холодит, можете выворачивать, но не до конца. Это вот такие тоже примитивные меры. И если не сработало, то звоните уже мастерам. Да, но мне кажется, что не стоит забывать и установки холодильника, о правильной установке холодильника. Так как если вы, предположим, задней стенкой придвинете холодильник к стене очень сильно, то у него, скорее всего, нарушится теплообмен, так как на большинстве холодильников сзади есть конденсаторная решетка, которая нагревается. Она должна нагреваться, это нормальное явление, но это тепло должно уходить в атмосферу. И если мы сильно будем прижимать его к стене, то тепло будет меньше уходить. То есть циркуляции воздуха не будет, и он не будет остывать. Соответственно, тоже нарушится режим работы холодильника. Не сразу, конечно, но со временем. И тоже может стать причиной поломки холодильника. Еще есть такой один момент, очень серьезный на самом деле, когда пользователи слишком сильно загружают дверь холодильника. Там же много полочек всяких разных. Когда они туда очень много всяких бутылочек, баночек, скляночек кладут, дверь начинает со временем провисать. Соответственно, получается зазор между резинкой и корпусом холодильника. То есть теплый воздух попадает в холодильную камеру. Холодильнику нужно намного больше времени, чтобы остудить продукты. Соответственно, увеличивается продолжение
длительность работы холодильника, из-за чего он тоже может, в принципе, выйти из строя. Да, провисает, изнашиваются петли, и, соответственно, где-то в местах может не прилегать плотно резина к корпусу. Вот, что, в принципе, создает выход холодного воздуха и приход теплого воздуха, что не есть хорошо для холодильника в целом. Касаемо размораживания холодильника с капельной системой, где, как правило, образуется большой слой льда, заснеженность. Что делают большое количество людей и что делать не нужно? Они размораживают, как правило, острыми предметами. То есть пытаются выковыривать лед из-под испарителя. Ну, из испарителя. Что приводит к тому, что протыкают испаритель сам, каналы, и это приводит к утечке фреона. Теперь вернемся к тому, как нужно делать. И нужно не создавать экстремальный перепад температуры. То есть не нужно брать кипяток воды и выливать все это сразу на образовавшуюся глыбу льда. Что делаем мы? Мы берем кастрюльку с теплой водой или горячей, ставим ее под испарителем и ждем того момента, когда он оттает. Либо что советуем мы, допустим, что конкретно лично советую я, чтобы не было всяких эксцессов, этих непонятных моментов с протыканием или с какими-то перепадами температур, я просто прошу открыть дверь на сутки. И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы разморозился холодильник. То есть обязательное условие, чтобы двери были открыты, чтобы поступал теплый воздух. В зависимости от того, как часто он открывается, в зависимости от того, какой уплотнитель. Но в среднем я даю рекомендацию каждые 3-4 месяца. Так будет намного лучше. Ну, то есть чем чаще, тем лучше. Ну, частота разморозки холодильника, наверное, еще зависит от того, какая система у вас в холодильнике. Бывают же и однокамерные холодильники, которые в течение месяца уже намораживают снеговую шубу. Вот, некоторые модели нужно раз в 2 недели размораживать. То есть это нормальное явление для однокамерных холодильников. Можно заключить это таким моментом. Если вы в морозилке увидели шубу, снежную глыбу, то рекомендация такая – размораживайте. Сам холодильник перестает охлаждать за счет того, что снежная глыба, она препятствует прохождению насыщенного холодного воздуха, насыщенного холода. Вот, соответственно, он работает дольше. Поэтому видим глыбу – размораживаем. Могут примерзнуть дверцы морозильной камеры. Вы пытаетесь ее открыть, она не открывается, соответственно, вы ее ломаете. То есть это тоже самое приводит к поломке холодильника. Если мы говорим про разницу между статической и системой с вентилятором, то система с вентилятором она охлаждает гораздо быстрее, потому что циркуляция воздуха проходит за счет вентилятора самого по всей камере, и сам процесс замораживания идет намного быстрее, чем в статике. Если клиенту неохота, допустим, размораживать холодильник, то ему лучше взять систему No Frost, то есть с саморазморозкой. Ну и в дополнение, отличие между статикой и вентилятором – это то, что увеличивается КПД за счет того, что намерзание происходит намного быстрее, чем в статике. Соответственно, уменьшается износ компрессора. Вот. Это пока в динамике, то есть с вентилятором, у нас плюсы. Но есть и минусы, которые, ну, я думаю, такие минимальные на фоне плюсов. Это шумность. Ну, вентилятор, он издает какой-то звук, и это и есть основной минус. Ну, на самом деле, самое интересное нововведение я видел, что двери полупрозрачные, там видно, что находится в холодильнике, да, в холодильной камере. Также есть холодильники, в которых уже чуть ли там не планшет встроен, который тебе еще показывает, что нужно, необходимо докупить в холодильнике, какие продукты заканчиваются. Но как бы с такими я еще не встречался конкретно вот в ремонте, но такие уже существуют. Ну а я совсем недавно видел холодильник, ну это прям не вау какого новшества, но я до этого не видел, не наблюдал, когда на дисплее ты выбираешь продукт, и он тебе сразу пишет о том, куда его нужно класть, ну то есть там фреш-зона и сколько по времени он, допустим, может храниться в этой зоне. То есть это очень удобная функция, там даже была каракатица вот, для тех, кто может позволить себе. Для меня до сих пор остается самой бесполезной функцией – это
функция, которая причиняет еще и ущерб при этом, это суперзаморозка. Как это бывает? Люди ставят на суперзаморозку, допустим, им там срочно нужно заморозить там куча мяса. Вот. И, как правило, что происходит? Люди забывают про эту суперзаморозку, а холодильник как работал, так и работал до того момента, пока ты не подойдешь, не вспомнишь и не отключишь эту суперзаморозку. И приводит это к тому, что засор системы, то есть не вдаваясь в подробности, там, от перегрева масла там, начинают частички обмотки попадать в капиллярку. Это приводит к тому, что засоряется система. Износ двигателя, ну и, в принципе, выход из компрессора самого вообще из строя. То есть при функции суперзаморозка компрессор холодильника не начинает работать быстрее, он не начинает набирать больше оборотов. Он работает в штатном режиме, но уже но без, не выключается. Без отключения. Да. Да. Вот. Для меня это вот самое, я думаю, для тебя тоже, да, это самая бесполезная штука. Я не знаю, конечно, для чего это. Просто люди ее включают и забывают про нее, все. И там, когда они вспомнят то, что они ее включили. Ну, это имеется в виду, если холодильник на механике, то есть у него есть термостат, если же холодильник системой, ну, с электроникой уже, то там через каждый, ну, если вы включаете суперзаморозку, то он через 4-6 часов отключается автоматически. Но с механической регулировкой будет работать до тех пор, пока ты его не отключишь, эту функцию. То есть и люди часто про эту функцию забывают, соответственно, износ компрессора, выход из строя. Если холодильник шумит и вибрирует, в первую очередь нужно посмотреть, как он установлен. На ровной ли поверхности, правильно ли отрегулированы ножки. Ставить холодильник требуется на ровную поверхность. Можно даже чуть-чуть, пару градусов его наклонить назад, чтобы самопроизвольно не открывались те же самые двери. Если он будет чуть-чуть вперед наклонен, то могут открыться дверцы. То, что мы говорили, что нужно расстояние от стены до конденсатора задней стенки. 15-10 сантиметров. Нет, этого хватает. Ну, это много, слишком. Ну, не, можно не, с запасом. Не меньше, не меньше 5 сантиметров обычно идет расстояние между задней стенкой и. Ну да, да, да. Просто если 15 сантиметров, да, там ты идешь, о чем? 15 сантиметров. Очень часто вибрация происходит из-за ящиков в морозильной камере, в холодильной камере. Если они, предположим, ничем не загружены, они пустые. Ну, то есть все равно же от компрессора идет вибрация, она передается на корпус, а с корпуса уже, ну, на ящики, которые, допустим, они же не плотно, в некоторых холодильниках не плотно они задвигаются, а слегка свободно, и, соответственно, они могут резонировать, дребезжать. Такое очень, очень часто бывает. По поводу транспортировки. Желательно транспортировать холодильник в вертикальном положении. То есть не нужно его переворачивать с ног на голову. Если нет такой возможности, перевозим боком. Желательно так, чтобы не открылись двери при перевозке. После чего, какие меры нужно сделать? Это поставить холодильник и пусть он, ну хотя бы часик пусть постоял бы. Чтобы все масло из системы стекло обратно в компрессор и только после этого уже его включать. Если говорить про виды гарантий на холодильнике, если взять новый холодильник, то чаще всего гарантия дается на компрессора от производителя. Но если же взять наш восстановленный холодильник, то гарантию мы даем на весь холодильник в целом. Неважно, какая запчасть там сломалась, мы меняем все. Как по звукам понять, что с холодильником что-то случилось, что-то не так с ним? Самый популярный звук – это когда вы включаете в розетку, или он уже у вас предварительно включен, вы слышите некое жужжание, которое после, ну, секунд 20-30 перерастает в щелчок и затухание звука. Больше звуков никаких нет. После прошествия 5 минут звук также воспроизводится. Сначала жужжание, потом щелчок и выключение, то есть нету звука. Звук компрессора, который не может запуститься. Вот, обозначим его так. Это и есть признак того, то, что у вас поломка либо в реле, либо в компрессоре. Что касаемо зоны свежести в холодильниках, это та зона, в которой температура поддерживается примерно около 0,02 градуса. Ну, в некоторых случаях она может доходить до минус 3 даже.
То есть что хранится в нулевой зоне, это мясо, рыбы, птицы. Чтобы они были более свежими, оставались более свежими на долгое время, то тогда для этого нужна фреш-зона. То есть она не существует для полной заморозки продуктов, а именно для поддержания состояния, прохладного состояния. Как правильно регулировать температуру в разных отделениях холодильника? Если у вас двухкамерный, двухмоторный холодильник на термостатах, то желательно выставить положение терморегулятора так, чтобы в холодильной камере было примерно 4-6 градусов, в морозильной камере примерно минус 18-20 градусов было. Как выставить данную температуру? В большинстве случаев рядом с кутилками есть положение. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Чаще всего ставится среднее положение, это примерно от 2 до 3, ну, цифра, если по цифрам. А если же у вас холодильник с электронной системой управления, то либо на кнопочках там написана температура, которую он будет поддерживать, либо на дисплее, там уже переключаете. Самый долгоживущий холодильник, мы считаем, что это ЗИЛ. Да, мы сошлись во мнении. ЗИЛ Москва. Есть такой холодильник, они, по-моему, 60-х годов. Работают до сих пор идеально, как часы, выполняют свои функции, и честь и хвала им. Потому что их собирали на танковых заводах и не скупились на материалах. И делали все качественно, все на совесть для народа. Скорее всего, влияет не страна производителя, а время, в котором мы уже живем. Да? Ну, раньше материалы-то совершенно другие использовались. Соответственно, ну, даже если у нас собирались, да, или в Италии, или в Германии, ну, все равно разница есть даже вот, ну, то, что сейчас делают. Ну, наверное, обозначим так, то, что не города какие-то влияют, там, допустим, сборки, а именно время. То есть, если это было собрано 10 лет назад, то это намного качественнее, чем сейчас. Даже если говорить про какие-то брендовые модели. Да, бэушный холодильник, он может быть лучше того холодильника, который сейчас можно купить. Опять же, почему? Потому что качество материалов было лучше тогда. Бэушный сколько лет ему? Ну, то есть здесь тоже такой относительный вопрос. Сколько? 10-15 лет. Если бэушному холодильнику 10-15 лет, то по качеству сборки он превосходит нынешние холодильники. На самом деле, идеальный холодильник для меня в данный момент, наверное, я бы взял все-таки марку либо Indesit, либо Hotpoint Triston. Потому что здесь все-таки играет большую роль цена-качество. То есть достаточно недорогой холодильник, и за свои деньги он достаточно качественный. И по ремонтопригодности, да, он прям не сложный в ремонте, и цены на запчасти тоже невысокие. То есть, как правило, они не заморачиваются там с кучей электроникой, что, в принципе, потом при ремонте создает проблемы. Вот. Они сделали все компактно, просто. Они сделали все просто. Вот. И, ну, конкретно для нас, как для мастеров, это, ну, создает некую привлекательность. Да. Наверное, поэтому мы и выберем такой холодильник, если цена-качество. То есть, если, допустим, у нас есть 30 тысяч условно, то, соответственно, выбор пойдет на Hotpoint Ariston. У меня вообще все банально, все просто. Холодильник, который стоит у меня, это Минск. Однокамерный, однодверный, вообще примитивный, банальный, но при этом выполняющий свои функции. Почему? Почему стоит? Потому что в съемной хате поставили. Так, какой холодильник стоит у меня дома? У меня стоит обычный Indesit системы No Frost с термостатным управлением. Функцию охлаждения он выполняет, мне, в принципе, больше ничего не надо. Ну, кстати, эти холодильники, они самые живучие. То есть у тебя же механическое все? Да, да. Да, вот мы одну тему можем поднять с тем, что вот если у тебя система No Frost
И все выполнено, вся конструкция на механике, а не на плате. Вот, тогда этот холодильник прослужит тебе намного дольше. Итак, на этом сегодня все. Мы очень рады были ответить на все ваши вопросы. Если у вас возникнут еще вопросы, вы можете написать их в комментариях. Мы также можем ответить на все эти вопросы. А если вдруг у вас сломался холодильник, не переживайте, не затягивайте с ремонтом. Обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем. До скорых встреч. Да, очень рады были ответить на все ваши вопросы. Оставайтесь с нами. Всех благ. Всем пока-пока.